18 марта Рыбинск станет одним из городов-участников патриотической акции «Наша победа», посвященной годовщине присоединения Крыма к России и 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Акция проходит по инициативе Ярославской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» при поддержке Департамента общеобразовательных связей правительства и Общественной палаты Ярославской области. Цель акции – популяризация идей целостности России и патриотическое воспитание граждан. В акции примут участие Герой России Алексей Чигин, члены региональных отделений организации Российский союз ветеранов Афганистана, Союз десантников России, ДОСАФТ России и других ветеранских организаций области. 18 марта с Советской площади города Ярославля будет дан старт автопробегу по территории Ярославской области. Одновременно автоколонны направятся в Гаврилов-Ямский, Любимский, Ростовский, Тутаевский муниципальные районы. Одна из автоколонн прибудет и в Рыбинск. К участникам автопробега присоединятся представители городских, ветеранских и молодежных организаций, члены общественной палаты. В рамках акции состоится круглый стол, где гости расскажут о работе по патриотическому воспитанию в масштабе области. Также и рыбинцы презентуют собственные программы и проекты.